Я хочу з вами поговорити про ситуацію в Росії. От ви вже частково сьогодні згадували про те, що нервозність наростає. І, зокрема, от The Bell видання з посиланням на два свої джерела пише про те, що чиновникам російським заборонили виїжджати за межі, зокрема, Росії. Ви як сприймаєте цю інформацію? І наскільки це дійсно там може ще посилити градус напруги? Вы понимаете, это уже давно происходит на самом деле. То есть паспорта, там сейчас просто процедура такая, что сейчас уже и паспорта будут забирать, мало ли что. Там же два можно в России, вы знаете, что два паспорта иметь. Вы имеете право получить два заграничных паспорта. Ну, я пока жил, я имел два паспорта. Куда-то там одни визы, другие, они десятилетние биометрические паспорта. Ну, а жулики могут и по три, по четыре. Чиновник, что, своя рука владыка, захотел там так-сяк. Нет, я думаю, что это, конечно, связано, ну, типа, мы не едем, и вы не поедете. Первый мотив. Второй, вы тут слишком много знаете, и вас бегает вам всякие Глебы Каракуловы. Вы слишком умные, мы посмотрим, с паспортами. Сидите дома, да? Хотя тот с служебным паспортом бежал, он синенький вот такого цвета, он не красный. Следующий мотив, ну, они же должны, властный класс, который, он же чувствует некоторую, в общем, и дискомфортность, и нелояльность. То есть вот вся эта ситуация, она подводит к тому, что бей по своим сильней, понимаете? А это ты бьешь по людям, которые просто привыкли жить в поездках, понимаете? Для них возможность выезда там и поездок, ну, не обязательно в Европу. В Европу, может, и проблемно, а, знаете, на Мальдивах отвялиться, полежать в Дубаях, там где-нибудь в Тае, значит, с трансами погулять. Они же, вы не представляете, это для них просто вот ломка начинается, как у наркомана, если они не могут выезжать. Вот так воспитано целое поколение бюрократии, там, ну не только, и силовая бюрократия, и административная, и хозяйство, все. Они привыкли к этому образу жизни. И как бы это напряжение, такая мобилизация, вы нужны тут на работе, вы тут куда поехали, вы носители гостайны, да, она их напрягает, очень сильно напрягает. Но власть-то высшая, она и хочет их напрячь. Понимаете? Она и хочет их напрячь, она и хочет показать им их место. А то вдруг эта бюрократия, она вся, значит, в какой-то момент съедет, понимаете? А так нельзя. Как это? Вместе шли, вместе и висеть, как говорил Геббельс своим друзьям. Поэтому я думаю, что это еще и плетка, безусловно. Плетка для того, чтобы, ну, как бы тестировать, насколько возможно вообще сжать до изюминки вот эту возможность свободы выезда и въезда. Это конституционное положение, гарантирующее эти права, понимаете? Россия хочет отказаться от свободы выезда и въезда. Сделать как в Советском Союзе. А что, никто не выезжает, понимаете? То есть я уверен, что это идет такой неспешный тест, как это можно сделать. Сейчас уже по разным подсчетам говорят, от 35 до 40 миллионов человек не имеет права выезжать за пределы Российской Федерации. Но если взрослое население около 100 миллионов, вот считайте, половина взрослого, я подчеркиваю, населения, ну, из детей, что взять, без родителей же не могут поехать, там, груднички. Это вот категории все, это госслужащие, чиновники разных уровней, силовики, менты, ФСБ, там, такие, сики и так далее. Ну, и плюс всякие ФССП, которые долги имеют, потенциальные мобилизованные, которые проходят по каким-то спискам военкоматовским, которых могут с военно-учетной специальностью там, из первой, второй, третьей категории забрать, ну и так далее. То есть, ну хорошо, полстраны не может никуда уже выезжать. Оставшиеся полстраны, скорее всего, денег не имеет. Там остается там, пару процентов, кто в состоянии еще кататься. Ну, кстати, турпотоки снизились очень существенно. Они снизились по объективным причинам, потому что Европа фактически закрыта для россиян. Ну, фактически. Да, там визы не везде дают, и проехать можно только через Турцию, но прямых рейсов нет. А в сторону Азии, там, ну, как бы в безвизовые страны, тот же Таиланд, тот же Мальдивы, вот, ряд еще стран, да, там есть кое-что. В Индию можно поехать, там виза, правда, нужна. А туда, ну, как бы, да, туда тоже не надо ехать. Вот ты же оттуда можешь сбежать. Переехал на Мальдивы, переехал в Таиланд, пересел на самолет и полетел, куда захотел. Поэтому я думаю, что это причина в том, чтобы жизнь медом не казалась. Мы не ездим, вы не поедете, будете сидеть, работайте.
От ви згадали вже про Каракулова, капітана Федеральної служби охорони Росії, який втік з країни, і от багато цікавого наговорив журналістам, розповів, ну, я не знаю, мене, наприклад, мабуть, найбільше вразило те, що Путін, виявляється, коли їздив за кордон, то завжди повинно було бути в пакеті телебачення, телеканалів, саме російські пропагандистські канали, зокрема «Росія-1». Ну, здавалося б, якщо ти сам замовляєш музику і сам фактично керуєш цією пропагандою, то нащо тобі потім ще це дивитись? Ну, і так само там говорилось про те, що, наприклад, він ніколи там не користується інтернетом, що в нього навіть мобільного телефону немає. Я не знаю, що вас найбільше вразило в всіх цих даних? І загалом, як ви оцінюєте, чи будуть і наступні, скажімо так, схожі от Каракулови, які так само будуть втікати далі з Росії? Тут по-разному оценивают его выступление, его это интервью. Там говорят, что 10 часов записали, а нам показали час с небольшим. Да? Ну, значит, 9 часов еще есть. Во-первых, я считаю, что он, конечно, безусловно, покинул территорию Турции. Ну, Казахстан он рассказал, Турции. Он находится где-то на Западе, скорее всего, в Америке, как я подозреваю. Да? А с высокой степенью вероятности под контролем западных спецслужб. А с чего это ты, ПСОшный сотрудник, хочешь получить убежище? И почему кто-то тебе должен расстилать ковровую дорожку? Резонно? Нет, дружок, приди, все расскажи, покажи, все сдай, все, а как ты хотел? Я уверен, что в России на него уже по госизмене дело возбудили, потому что он сам сказал, обыски были и так далее. Ну, это обычная практика, это не то, что даже если он, как Павлик Морозов молчал, или, а нет, не Павлик какой-то там, ну, в общем, пытали-пытали, а я ничего не сказал. Это и не работает. То есть он, безусловно, полностью его распечатали на Западе и сказали, вот это ты говори, а вот это помалкивай, понимаете? А там расскажешь даже то, что не знаешь. Поэтому он рассказал то, что разрешили рассказать. Вот мое такое мнение, потому что, ну, возможно, есть и другая чувствительная информация, которая, ну, как бы связана именно с его работой, возможно. Он же обеспечивал связь, понимаете, как это работает, что как, нарисуй, покажи, дружок, что привез. Он, может, с флешками уехал, может, еще с какой. Ну, я не знаю, я просто так додумываю, да? Ну, а как бы, а с чего ему давать? Вот его пристраивать, там, жена, ребенок. Ну, как бы, а что это ты будешь у нас тут жить вообще, не пойми что? Езжай к себе вон там, в Рязань. Или куда там, в Сызрань. Поэтому нам показали не все. Не все, что он знает. Это раз. Из того, что нам показали, мне показалось, что это все вполне достоверно. Почему? Потому что мы это видели из других источников. Потому что мы об этом догадывались. Потому что мы экстраполировали эти факты с одного на другое. И он подтвердил их. Путин не пользуется ничем, кроме этих папок с тесёнками. Он изображает, значит, работу бурную. Я у вас в эфире говорил, что они специально свет включают в Кремле и вешают штандарт над Кремлем, что он как будто в кабинете сидит. На самом деле, это говорит, а он никуда, он в Сочи как сидел, так сидит. Три одинаковых кабинета, говорит, он в Кремле, Новоогарёва и Бочаров-Ручей. А сам он как сидел в Сочи, так и сидит. Он никуда не выезжал. Все эти съемки фиговые. Вот я вам рассказывал, что я не верю. Это фейковые съемки там, то ли с хромакеем, то же. Ну, так оно же и есть. Если он даже кабинеты подделывает. Двойники. Понимаете? Вот все спорят. Я не очень верю в двойников. Но, с другой стороны, если такие карантины, если по две недели, то ты даже рядом не сморкнись, понимаешь? Он на расстоянии, на ревизионном находит. Как что он в Мариуполь-то ездил? К этим. К аборигенам. И с ним чуть ли не целовался в дёсна. Ну как? Ну, значит, какой-то, что, кого возили-то? Куку какую-то, значит, получается, которую не жалко. Ну, то есть, вот масса вопросов, которые, да, получили подтверждение, а масса вопросов создали эти вопросы, ну, возникли эти вопросы. Нужен следующий беглец, который расскажет следующие детали, понимаете? И когда говорит, ну, он ничего не рассказал. Ну, слушайте, дорогие друзья, мы что-то додумали, а теперь мы это знаем. Вот исходя из того, что он сказал, вот есть у него чемодан, в котором он отхожим местом как пользуется? Ну, теперь же очевидно, что есть, вы понимаете? Ну, ясно же, что есть, раз он такой мнительный, раз он всего боится. То, что он смотрит телевидение, вы правильно сказали, он сам записывает музыку, как в караоке, и сам танцует и поет под свою же музыку. Ну, не идиот. Поэтому, конечно, так сказать, смотреть Соловьёва – это то удовольствие, но похоже ведь вот та стадия. Вот именно вот он уже все дошел, как бы, все. Он уже, как бы, да, он про это. Ну, а что еще тут скажешь? Поэтому я думаю, все равно это полезная вещь. Нас не спрашивают оставлять этого Каракулова. Нет, вот все говорят, вот он там служил верой и правдой, а теперь вот он капитан. Слушайте, ну, западным службам они сами решают, кто им нужен, кто не нужен. Понимаете, не нужен будет выкинуть как собаку. Поэтому тут, знаете, это такой в пользу бедных разговор.
А давайте мы потребуем, чтобы его обратно отправили. Да, у них там свои соображения. Нас не спрашивают. Поэтому, честно говоря, я считаю, что это, так сказать, бессмысленный спор. А во всем остальном, ну, я считаю, больше побежит, больше узнаем. Вот так.